Привет, друзья! Сегодня я научу вас вязать вот такие маленькие миниатюрные цветочки. Ими можно украшать различные поделки, детскую одежду, а также игрушки амигуруми. В моем случае это тыковка. Ссылочку на мастер-класс по данной тыковке смотрите в описании. Ну что, давайте приступим к вязанию. Вязание очень простое, у нас всего лишь один ряд. Мы делаем кольцо амигуруми, провязываем воздушную петлю и еще одну, две воздушные петли мы провязали. Делаем накид, кольцо, через две петли на крючке и еще через две мы провязали. Один столбик с накидом. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли и в кольцо вяжем соединительный столбик. Дальше наша комбинация повторяется. Все то же самое. Вяжем 2 воздушные петельки, столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, соединительный столбик, кольцо. Вяжем 5 лепестков, можно 4, можно 6, на ваше усмотрение. Заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, вытягиваем ее, затягиваем, затягиваем также кольцо амигуруми. И здесь на изнаночной стороне я завяжу 2 узелочка. Все, наш цветочек готов. Если вам понравился данный мастер-класс, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.